Сенсационная новость в фигурном катании. Действующая чемпионка Европы, обладательница двух мировых рекордов Алена Косторная собирается уйти от Евгения Плющенко и вернуться к Этери Тутберидзе. Эту новость подтвердил Ренат Лайшаев, директор школы самбо-70, подразделением которой является «Хрустальный». Сама Косторная отказывается комментировать эту новость. «Я ничего подтверждать или опровергать не буду, просто не обсуждаю эту тему», – сказала Алена. Косторная перешла Тутберидзе к Плющенко летом 2020 года. Под руководством Евгения она выступила на трех турнирах. Стала второй на этапе Кубка России в Казани и на московском этапе Гран-при, а также заняла шестое место в финале Кубка России в Москве. Косторная включена в резерв сборной России для участия в чемпионате мира 2021, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.